Всем привет, добро пожаловать. Приключения Ведьмака продолжаются. Ну что ж, заработал, именно так. Довольно много денег и неплохо отдохнул в прошлой серии. Не мешало бы найти штаны. Где тут Ведьмак их? Королевство Севера. Трали-вали. Ага, наверное, здесь. Сливы, ясненько. Уже здесь. Так, не понял. А, ну понятно. С факелом. Одеваемся. И арбалет. А это у нас что? Обычный болт. Можно как-то выбросить. Урон серебром, трали-вали, уровень. Ясненько. Что-то я такого не помню. А если вот так? Ага, вот. Все, какой-то опять баг, мать его. Обычные болты теперь слот занимают. Все, ладно. Итак, что у нас тут? Династии Севера. Хлебушек. Какое барахло. Ну, лады. Итак, что у нас тут по следам? Черная жемчужина. Это далеко. Заказы. Стежки. Это что-то там совсем бардак. Кот. Кот. Ага. Осмотреть подземелье за храмовым островом. Вот это вот, я думаю, интересно будет. Поскольку храмовый остров тут вроде как недалеко. Вот. А по поводу заданий... так, сейчас вот это. Это где у нас? Тоже здесь. А где еще? Может, там целый сундук, и в нем все это и находится. Скорее всего, давайте попробуем найти эти вот ценности. Итак, начнем эту продвигаться по, собственно, уже этой серии. Продолжим. Что тут у нас? Хроники Редании. Здесь я уже был. Все это мы осматривали. Лады. Ну что ж, Ведьмак стал чемпионом по картам. Чемпион Новиграда. Чемпион Велена. Если бы я хотел тебя подпоить, мы бы не пили Котте Блюсу. Почему? Оно вот слишком дорогое. Лады. Говорят, скоро устроят балет. Так, храмовый остров. Посмотрим, что там. Оп, тут пройти-то можно? А, отлично. Остров там, ясно. Нам нужно наверх. На мост подняться. Не крутись тут. Так, ну давай сачку тяпнем. А он еле-еле восполняет. То есть вся жидкость постепенно восстанавливает здоровье. Ну да ладно. Так, народ. Подозрительно ты выглядишь. Место святого чего? Храмовый остров. Так, тут.
Смешно ему. Кажется, сюда. Теперь вот здесь. Еще сачку. Откуда? Из Велена. Там война, сударь. Велен, гнездилище ведьмы суеверий. Если заметят тебя в ворожбе, сразу отправишься под суд. Какая там ворожба, сударь? Я ведь простой дровосек. Тогда не знаю, чего ты ищешь в городе. Здесь дровосеки не нужны. Охрана. Стоит охрана. Текс. Практически прибежали. Дворец каких-то там тролливали. Еще один товарищ. Тут торговец у нас. Ты что ли? Жрец. Ух ты. И чем же ты торгуешь? Хочешь ли ты, чтобы на тебя снизошло благословение вечного огня? Подойди, верный, и да осветит тебя. Ты смотри, как бы я тебя в глаз не засветил. И осади, а то меня тошнит от этого вашего ладана. Так бы сразу и сказал. Отзыв, а у тетки дьякона болела голова от рыбной похлебки. Что тебе нужно? Сразу говорю, мазь от геморроя кончилась. Что ты несешь? Похоже, твои фимиамы плохо влияют на мозги. То есть? Ты сказал пароль. Значит, хочешь купить травы. Того? Вот этот пароль. У вас тут заговор? Я вижу, из тебя такой же жрец вечного огня, как из меня храмовая девственница. Что у вас тут за заговор? Какой заговор? Почему сразу заговор? Я ведь не продаю ничего вредного. Ну, просто время нынче неспокойное, так что... Так что безопаснее надеть сутану? Готов поспорить, что в этом городе за то, что ты изображал жреца, тебе грозит что-то очень изобретательное и неприятное. Я настоящий жрец и настоящий алхимик. Но, к сожалению, трудно примирить эти призвания. Особенно теперь. Ну ты как, донесешь на меня или мы договоримся? Ты хочешь меня подкупить? Я от жрецов не в восторге, и тебе скорее пришлось бы мне доплачивать, чтобы я отправился к ним поболтать. Тогда давай я просто дам тебе скидку. Взгляни на мои сборы и посмотри, может, нужно что-нибудь. Только мази от геморроя совсем нет. Ладно. А, с ним еще и в карты можно перекинуться. Давай покажи посмотрим. Мне свои товары. Что, блядь? Так, что это у нас? Какой-то гидроген рецепт, собственно, культ. Ну, как бы и все. А что ты, товарищ, скупаешь? Куда это попало? Что-то тут. Ага, культ попал в задание. Барахло не скупает. Такой вот, товарищ, на тебе княженцу. У меня их тут скопилось. Вот этих парочку. Текс. Держи вот эту. Вот этих парочку. Вот этих. Это что у нас? Селитра и черный порошок. Химическая паста. Да уж, товары у тебя не первой свежести. А продать тебе, милздарь, вот этих 5 штучек продам. Вот эту одну штучку. Чтоб еще. Вот так. Держи вот так. Вот эти вот глаза. Никому не нужные. Так, вот этот коготь. Что тут у нас еще? Ой-ой-ой-ой, сколько тут порошка. 70. На все, как говорится. 11 тысяч у нас уже. Покедова? Нет, какой Покедова? Ну, так. Давай, прока... Какой-то гидроген, да? Где найти? Прощай. Пока прощай. На карте у нас... Это храмовый остров в Новиграде, поднявшись вот по этой стороне, возле какого-то тут знака быстрого перехода есть. Вот этот вот товарищ какой-то интересный такой. Ну, собственно, он и продает. О, снова ты. Я уже сменил пароль, но твоя скидка по-прежнему в силе. Сменил пароль. Давай в картишки рубанем. Не хочешь сыграть в карты? В гвинт, к примеру. Итак.
Вроде как все. Давай. С чемпионом рубанем. Тут я забыл, что он там дает. Так, это я скину. Тебя оставлю и тебя скину. Ваш ход. На. Что он там дает, этот товарищ? Блин. Он мне такую подкинул. Посмотрите три случайные карты. Не особо такая вот интересная. Я бы походил. У меня очень много катапульт, да? На тебе пока лучника. Там разберемся. 10. Ух ты. Угу. Так. Вот этого поставлю. Четыре. Так, ну ладно, я тоже десяточку. Нехило так, нехило. Я могу убить 4. Но пока этого делать что-то не хочется. Может, еще какую-нибудь более сильную карту он выложит. 7 убивает моего товарища, а я убиваю его на семерочку. Разменялись, ну. 6. Ну, допустим. 6. Значит, убьет и моего, и его. Это не очень хорошо. Ладно. Усиливает. Так, вот этот отряд, да? Шикарно. Я применю казнь на нее. Холод. Не особо страшен. Отменю-ка я холод. Пехотинец. Никак не хочет сдавать эту партию. Ну что ж, я поставлю еще одну. Усиливает их. Неплохо. Я поставлю еще одну. Спасовал. Отлично. Так, Йеннифер, 2 с отбоя. Ну, неплохо, в принципе. Пока вот так вот выйдем. Пехотный отряд. Ты пока тут потуси. Давай, Йен. Что у нас там есть такое интересное? 4, 7... Большой, да? Но, к сожалению, эффект теряется. Ну да ладно, пусть постоит. Солнце. Ха! Ну да ладно. Солнце так солнце. Сюда. И что-нибудь такое. Так. Чё он там, ну... Подарок. 10 крон и... Элементаль огня. Лады. Секунду. Здесь вот какой-то знак. Вот тут вот можно пройти, да? Но я все-таки хотел бы посмотреть, что там за школа, где они ее прячут. Можно сохраниться. Где-то внизу. Кажется, сюда. Да, что ли? О. А я тут нафиг не расшибусь? Ну-ка. Невозможно, ясно. Вот так сохранена. Так, тихо. Ведьмак, тихо. Воу!
Понятно. А тут вроде как и слезть можно. Загружай. Не воруйте, стражники, кто не любит. А кто ж тут любит? Так, как сюда попасть, блин? Эти чертовы кусты, ни черта не видно. Здесь явно закрыто. Может, еще ниже? Не шляйся тут. Спокойно. Дерево вот прямо подо мной. Ох, сундук какой-то. Чё тут у нас? Всяк фигня. Так. Интересненько. Вот так. Спокойно, 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 спокойно. Что-то он тут сползать начал. Так, надо бы тут бутербродик. Как тут дальше? А дальше никак. Или все-таки здесь можно спуститься? Ёлы-палы. Нет, здесь, по-моему, явно не отсюда вход. Но очень похоже. Нильфгаардская империя стремительно расширяется, завоевала. Что там, третью войну ведет уже. Нифига ж себе. Так, тут-то я сохранился, а теперь... Я так понимаю, отсюда мне дорога только на тот свет. Или здесь можно спуститься? Просто нужно знать как. Вот интересно все-таки. Какие-то вот ступеньки. Очень похоже на ступеньки. Тихо. Вот спуск, ёлки-палки. Сейчас я посмотрю, как действительно здесь можно залезть. Твою-то налево. Вход с этой стороны. Профукал я этот поворот. Где-то вот здесь можно залезть. Сверху, я имею в виду. Храмовый остров. Здесь ведьмак не хочет залезть. Так, сюда. Вот гадость. Не, явно не отсюда. Он просто катается, в общем. Храмовый на той храмовый. Да. Трис не сумела помочь Геральту, но направила его к Карине Тиль, а нейромантке, которая преуспела в розыске пропавших. Благодаря анейромантке Карине Тилли, ведьмак увидел, как Цири встречается со мной, то есть с Лютиком. Так Геральт узнал, что если он хочет найти Цири, то должен сперва отыскать старого друга. Ну что ж, тогда возвращаемся. Дорогу я уже понял, как найти. Вот здесь где-то должен быть спуск. Вначале сюда.
Вечный огонь с тобой. Вот дорога какая-то. А это у нас что? Ведьмак, ты чего? Блин. Ух ты. Лакей. Понятно. Чуть-чуть, значит, сюда. Сюда. Теперь сюда. Веди себя прилично, ведьмак. Какая-то трава здесь. Что с текстурами? Или с тенью? Можно заметить, да? Тень такая. Очень странная. Нам сюда. А вот и пещера. Ну что ж, как найти вход, да? То есть вам нужно возле этого дома где-то вот так вот обойти со стороны. Не повторяйте, как говорится, моих ошибок. Ну и, собственно, мы что-то тут сейчас найдем. Это что у нас? Волчья шкура. Кто-то наложил иллюзию. И осматриваем. Так, доставай факел. Здесь вроде как тоже иллюзия, но... Проход открыт. Еще один голем. Так, что... Но это не огня. Огня самые, кажется, опасные. Го, а тут огромнейшее помещение. С тобой я потом разберусь. Блядь-ка я тут погляжу. Что это такое вообще? Понятно, пока не зарядилось. Сундук. Дальше проход. Поплыли. Ничего интересного пока. А это куда? Ёлки-палки. Еще сундук. И какая-то записка. Счет за голема? Интересно. Что это за счет за голема? Давайте почитаем. А, голем охранный глиняный. Глина фарфоровая. Так, понятно. Так, какие-то записки. А что-то там еще были? Какие-то книги. Культ Фрей. Столько всего, непонятно, что с ним делать. Так, счет за голем. О, здрасте. Погодь. А, это обычный призрак. Его и так можно разрулить. Да-да.
Так, глина фарфоровая. Давай иди сюда. Придется с тобой тут воевать. Голем. 14 уровень. На. Воу. А, ну да, с ним Квеном хорошо заходит. Воу. Ха-ха. Так, отлично. Так. Отлично. Склеился. Глин фарфоровая. На-на, что-то тут охранял. Квен меняем. Колодец. Снова грибы. Хорошо, посмотрим на эту сторону, что тут у нас. Воу. Что тут все подгорело так? Куда-то наверх. Так, сюда. Сюда. Тут у нас что? Ёлы-палы, начинаются какие-то порталы. А нет. Чтобы подняться, вглядись в глубины. Ага, подсказка какая-то. Что-то внизу нужно найти. Тогда мы сможем куда-то залезть. Ясненько. Свечки. Итак, что это у нас? Записка очередная. Заметки ученого какие-то. Здесь кровище. Любопытно. Ведьмаку любопытно. Что-то открылось. А вот где? А, секунду. Вглядись в глубины. Я вращаю эти статуи, получается. Я понял, что тут надо делать. Нужно либо их развернуть каким-то определенным образом. Да, вот так. Ага, то есть я правильно сделал, появился призрак. Давай иди сюда. Воу, вот гадость. Да ёлки ты палки. Если я эту статую поставлю в центр. Ну-ка. Вот, сейчас появится еще один призрак. По идее. Нет? Черт его знает. Этот факел почему-то нельзя использовать. Ну-ка. Есть. Вот. Отлично. Между тем, отсчет. С
Согласно указаниям нашего учителя Тролливали, мы провели серию исследований создания, называемых утопцами, к сожалению, после из рыбы фугу. Все лабораторные экземпляры впали в спячку. Эге. Впали в спячку. Так. Вот еще какой-то там предмет. Что у нас здесь? Странный рецепт. Так, между операциями на этих воюющих утопцах. Тыква, цеплящая ножка. Молоко кокосовой пальмы. Ага. Цеплящая ножка, молоко кокосовой пальмы. Ясно. Так, продолжим наше исследование. Тянем, потянем. Есть. Есть. Этот правильно стоит. Теперь остался ты и вот тот товарищ. Так, есть и... Что дальше? Есть. А, нет, еще вот один. Ох уж эти ваши загадки придворные. Ну и остался последний. Чтобы подняться. Воу, тихо. Ну да хрен с ним. Ха, заработало. А там пара утопцев. Шмопцев. Один готов. Второй готов. Блин, что, промазал, что ли? На. Готов. Я думаю, здесь стоит всплыть, поскольку там далековато что-то. Ух. Поплыли. Какие-то вот скелеты тут. Или скелет. Что у него? Ключ от лаборатории какой-то. Блин, я что-то, по-моему, не то задание выполнять начал. От какой нахрен лаборатории? Я вообще сюда за ведьмачьими причиндалами пришел. Так, сюда. Чтобы подняться. Ясно. Так. Оп. Значит, ставим факел. Не вижу пока ничего интересного. Почему-то зажечь нельзя. Это вот горит. Нифига тут нет. Это, наверное, и есть лаборатория. Замок открыт, так и есть. А это кто? Ха, тут, пожалуй, надо сохраниться. Нет добра, нет зла, есть только боль. Киян безумный. Ну, типа, привет. Это еще не конец.
Слушай, ты кто вообще, мужик? Какой-то гуль с мечом. А, он щит использует? Это ведьмак. Когда-то он был ведьмаком. Интересный бой. Оп, нифига себе. У тебя, кажется, кровь. Да уж точно, прибил меня. Хороший щит. Давайте тоже будем использовать. Эй, ведьмак. Да ё-моё. Давай вот так вот. Нет добра, нет зла, есть только боль. Нет добра, нет зла, есть только боль. Ты чего? На. Ещё лови. Может его так расстрелять? Что-то он какой-то не особо прыткий. На. Это еще не конец. Лови. У тебя, кажется, кровь. Нужно понимать, когда он ставит щит. Он тут разбивается. Лови. Лови. Ну вот как-то так. Итак, лунный клинок, лабораторный дневник, чертеж школы, штаны, перчатки, сапоги и доспех. Какой-то ведьмак. Что это за следы? Ну, находится, собственно, нужно разгадать загадку вначале и, ну... Я думаю, здесь это легко понять. Что тут за эксперименты проводились? Школы кота мы разгадали. Ух ты, какие тут текстуры интересные. Тут много чего, но ведьмак уже не хочет осматривать почему-то. Какие-то памятники. Сжечь, что ли, его? Не горит. Эрвилюс. Ну что ж, все-таки я пришел за тем, зачем пришел. А, это можно сбить? А, нет. Я думал, это колонн можно, это факел. Показываю, что можно загасить. Лады. Покеда. С этим разобрались. Школа кота 1. А где это? Сапог и серебряный меч.
Вот это что такое, интересно? Ага, что-то вот здесь. Интересно. А где еще? Что-то тут два в одном, что ли? Странно. Или из задания нужно просто выбрать. А сапоги у нас где? Тоже здесь. Или нет? Что-то не могу понять. А, вот аж где. Нифига себе. Ясно. Ну что ж, посвятим серию коту. Ха. Интересно тут у вас. Ой, картошечка. Давай залопаем. Так, а что ведьмак ходит? О, вот. Если начал бегать. Тихо, тихо, тихо. Вот. Спокойно. Красиво тут все-таки. Люди на Виграда. Вас немного тут. Перестаньте бояться, ибо страх величайший враг. Времена настали. Ладно. Бестиарий обучения. Ремесло. Это понятно. Чертов гриб. До сих пор необходима эта штука. Тут киноварь. Отвары. Улучшенная пурга можно сделать, да? Увеличивает время реакции, действует дольше. Сделаем. Это, я так понимаю, и есть вечный огонь. И здесь бывает вечный огонь. Понятно. Где тут знак перехода? Я чуть-чуть прошел. Ты. Оп, спокойно. Я не затем пошел на лодке, чтобы тут вот такие пошли. Не крутись тут. Итак, а нам посмотреть, что вот тут. Южные ворота. Что это за фигня там такая? И где оно спрятано? Так, 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 так. Где-то наверху.
вот здесь. Ага. Интересно. Лестницу я вижу. Так. Здравствуйте, граждане. Не у вас ли тут ведьмачьи ценности находятся? Ага, теперь говорит, что на... О, тихо. Секунду. Говорит, что прямо вот... Вот здесь. Что-то не могу вкурить. Я вижу знак. Вот. Здесь стоит осмотреться. А, это все-таки на знак нас просто. Посмотрим, что здесь в этом доме. Сюда. Тут пусто. Здравствуйте. Что у нас здесь? Отлично, серебряный меч улучшенный. Школы кота. На карте находится в доме, поднявшись по лестнице возле южных ворот в самом Новиграде. Нужно залезть на лестнице и, поднявшись наверх, вот в этом сундуке, находим сей чудный чертеж. Полезли. Что тут за торговец такой интересный? Чем торгует? А, ростовщик. Приветствую. Да-да, привет. Продаешь или... Давай-ка... Товары показывай. Покажи, что у тебя есть на продажу. Я тебе флорина нет. Курс тут явно не выгоден. О, 4000 у него. Есть. Сдали барахло. Также он скупает всякую вот эту вот фигню. Вот так вот. Этой тут дофигища. 16 продам, он будет доволен. Отлично. Вот этого дофига. Ой, вот этих ремешков. Вот так вот. Продам тебе. Масло, которое мне нафиг не надо. Пятнадцать. Вот так. Что тут еще у меня много? Действительно много. Какой-то вот этой фигни. Снова мутагены что-то копятся в огромном количестве. На вот этих десяток. Их полно валяется. Да вроде как все. Тут какие-то... Да неплохо поторговали, я хотел бы сказать. А, пиво можно сдать. Это точно мне не нужно. По княженцы. Вот так вот. Отлично. Что по поводу оружия? Держи вот этот клинок, вот этот. Вот это держи. Лунный клинок, реликт, серебряный меч. Это мы нашли с товарищей этого. Но... Чуть-чуть он уступает, 200 монет. Ладно, продам. Стрелы он не скупает. Ну да ладно. И на этом спасибо. Все, покеда. Ой, нет. Блин. Не хочешь сыграть партию в гвин? Нет, не хочу с тобой играть. Твою налево.
Ладно, придется. Чудовище. Так, Золтан. Пока. Пойдет. Чудовища. Черти полосатые. Не. Кстати, что он там делает, это чудовище? Удваивает силу всех ваших рукопашных отрядов, если... Командирского рога. Ага, понятно. Удваивай, удваивай. Не. А, нет, хотя я поставлю тебе... Да блин. Да не того. Что за фигня? О, вот это пришло. Что-то он тут, понятно, спрятал. На. Один шпион, там у него еще есть один. 10 поставлю. Уже 31. Можно усилить, да потом пасовать. А, он так спасовал. Хитрюга. Так, ясно. Усиливает этот отряд. Хорошо. Ага. На тебе еще туда. Ой, казнь. Ой, шикарно. Теперь он последний ряд усиливает. Ну-ну. Так, лучник у меня есть один. Сюда пойдет. Ой, пошел спам. Там 12, тут 20. 8, да? Можно убить минус 20 сделать. А потом при помощи казни убить вот этих. 4. Сюда же. Также удваивается. И плюс... Вот этот гад помешал. А чем проблема? Не. Много чего у нее есть, значит, я спасую. Не в тему, так бы весь этот ряд умер от казни. Так, хорошо. Бес. Ух ты. 6. И она еще призывает 6. Но я размениваюсь. В принципе. Но достаточно выгодно. Солнце. Ясно. Так, я поставлю пока вот эту карту. И возьму... Да, тут только какие-то требушеты, катапульты, в общем. Нет. Ваш ход. Вот так. Тут только усиливать. Казнь. Офигеть. Вот гаденыш. Повезло тебе. Пока. Подтасовывает комп. Стопудово. Так, где тут знак перехода ближайший?
снова на этих воротах. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Как вы, блин, достали? Собак. Такс. Где эти пещеры тут были? Блин. Вот они, да? Какого нафиг фига? Я ж вас отсюда выгнал. Альгули тут. Ну, наконец-то. Пошла реакция. Нет? Воу! Твою налево. Что с этим поселком не так? Никак не могу выгнать. Может, сжечь тут всех нужно? Я уже сжег. Чем только не занимался. Никак в этой деревне никто не хочет жить. Ну, давай иди сюда. Ой. Фух, сгорел, к чертовой матери. Улучшаем здесь. Ну ладно, и... Тут недалеко. Кто там еще? Так. Нифига не горит. Волки еще здесь. Здравствуйте, волчары. Иди сюда. О. Вот последний остался. На. Готов. Пока. Волчьи шкуры. Можно и сохраниться. Тут я, кажется, не был. В этих пещерах. Может, и был. Черт его знает. Вот и вход. Здесь стоит осмотреться. Давайте осмотримся. Вас пришли уже. Давай-ка факел доставай. Так, чертеж, улучшенные сапоги, школы кота. Трали-вали, ура. Итак, находится у нас на карте от замок Вронницы на запад. Крайняя западная точка. Просто находим здесь вот сундук. Что-то я как-то мимо него, видно, и прошел. Тут интересное какое-то место. Явно тут я бродил. Ну, да ладно. Что еще у нас по заказам? Стежки, ясно. Школы кота 2. Ух ты. Ну давайте посмотрим, где это. Школы кота 2. Тут что-то я это нифига не вижу. Что-то вот здесь и в Оксенфурте. Ладно. Ближайшая меточка у нас где? В поселке в этом. Давай, вылазь. Поехали. Но. Опять какие-то твари. Да чтоб с вас такое тут.
Горите, мать вашу. Они, кстати, горят столько, что я успеваю, блин, восстановить. Тут какой-то просто фарм нереальный. Что тут нужно сжечь, чтобы они не появлялись? Всю деревню, что ли? Ой, стоп, не то. Ладно. Понятия не имею. Тела не горят. Хоть ты тресни. Ладно, хрен с вами. Итак, Оксенфурт. Первая точка. Это правильное направление? Да. Ну-ну. Интересно. Что тут могло быть такое спрятано? Кажется, я тут везде уже облазил. Где-то внизу, вот в этом доме, да? Ага. Так. А где метка? А, вот и метка. Школа Кота 2. Ну, на карте находится это у нас сам Оксенфурт. Здесь дом. Там, где стоит, значит, кузнец. И, я так понимаю, нам в подвал. О, очередные катакомбы. Здесь пока ничего нет. Так. Ой-ой-ой. Какой-то кирпич. Что он тут открывает? Ну-ка. И здесь улучшенные штаны школы кота. Отлично. За этим-то я сюда и пришел. А тут тоже какая-то метка. Это куда? Странно. Я уже и не помню. А, кажется, это этот дом там, где живет. Да. Тихо, тихо. Прибожек. Или нет? Сейчас глянем. Поздороваемся хотя бы. Что это у нас тут за дом такой? Обычный дом. Спуск в подвал. Кто-то плачет. Да, в общем, пес его знает. Дом как дом. Ну, в общем, нашли. И отлично. Следующая остановка у нас где? Понятно. Без лошади не обойтись. Чего сделать невозможно? Лошадь позвать нельзя. Что-то все поломалось. А, понятно. Все заехать не может. Записи. Кто входит, кто выходит. Хорошо, что мы застали с дороги. Вперед, плотва. Проходи. Здравствуй, да здравствуй.
это нафиг что такое? Чего? Какие-то старые хрычи? Отдохни. Где это вообще все это происходит? Тут задание есть какое-то. Смотрите-ка, интересно. Куча трупов. Не подходи, а то будет одним трупом больше. Что тут делается-то? Слушай, ты. Сзади. Ты думаешь, я куплюсь на такую... А, мать моя! К оружию! Оружие хватайте! Чудища идут! Да. Фу. Спасибо. Если б не ты, нам бы уже конец пришел. Как пить дать? 10 опыта. Спасибо. Был рад помочь. Кого-то все-таки убило, ну. Ладно. Какой крестьянин, упакованный. А здесь у нас отметка, вот она. Здесь стоит осмотреться. То есть вначале осматривая отметку, вы понимаете, где-то здесь что-то валяется. Ну, я уже вижу. Да. Улучшенные перчатки школы кота находятся вот здесь у нас в пещере. А на карте это... что-то там хрычи. Вот, от Аксенфурта. Вот сюда. Отлично. Школа кота 2. Задание выполнено. Вот так вот. Отличненько. Кота 4, грифона 3. А кота это где? Возможно, уже не здесь, а на скеллиге где-то. А нет, смотрите. Метка не переносит нас хрен знает куда. Вот что-то отслеживается, да? То есть можно гроту... Давайте посмотрим, что там. Как-то тут так необычно. Насколько там тяжелый противник. Так, яворник, это понятно. Ой, тихо, 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 тихо. Чуть не свалился. Довольно далеко. Тут меня просто окружили. Там противник, тут противник. Поехали. Ой, не люблю этот лес. Здесь какое-то задание. Вот, а помощь нужна. Да едь уже. Грабители какие-то. Ну какого хрена? А, там у нас лучник. Вот, блин, гад, я тебя не заметил. На. Так. Слишком много я, наверное, убил бандитов. Они со мной разговаривать не особо хотят. Так, ну ладно. Вроде как все собрал.
Ой, воу-воу-воу-воу, нифига себе. Элементаль земли. Опасная тварюна. Что тут за сундук? Так, надо Квен. Да тихо. Прячь, ведьма. Нифига тут нет. Ну что ж, сохранимся. Попробуем с тобой потанцевать. Элементаль земли. 27 уровня. Что-то я совсем ему урона не наношу. 60. Я уже встречал такого. Ну это совсем что-то. Крайне мало. Он так вот закрывается, надо со спины было ему навалять. Ого. Это я что-то погорячился. Навалять со спины. Водички. Вот он так вот зажимается и убивает. Да, махина опасная. Ну, точнее, не то, что опасная. Я практически не наношу ей урона. Это долгие танцы с бубном. Вот как-то так. На этом, я думаю, серию можно закончить. Куча было найдено причиндал для школы кота, что довольно-таки неплохо. И на фоне этого вот гиганта, черти бы его побрали. Я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр, всем желаю удачи, всем до встречи в новых сериях. Пока-пока. Ах, да, и почему это была серия про ведьмачьи наборы, поскольку следующая будет, скорее всего, про наборы волка.